5 человек получили ранения во время многочисленных торнадо, которые обрушились на американский штат Колорадо. Наибольший ущерб был причинен северо-восточному округу Юма. По данным метеорологов, скорость ветра составила почти 200 км в час. Всего же в Колорадо были зафиксированы около 15 торнадо. Разрушены десятки домов, сотни людей остались без электричества. В канадской провинции Альберта, где уже больше недели бушуют мощные пожары, к эвакуации населения подключилась Национальная гвардия. Военные на вертолетах спасали жителей города Форт Макмюррей, который оказался в кольце огня. Здесь же находятся крупнейшие нефтяные месторождения, работы на которых приостановлены. По данным властей, огонь охватил более 160 тысяч гектаров земли. Эти пожары уже назвали крупнейшим стихийным бедствием за всю историю Канады. Ущерб от огня оценивается уже в 8 миллиардов долларов.